Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Нилапсы. Мы продолжаем проходить метро Last Light. В прошлой серии мы закончили тем, что нас подобрал какой-то бродяга, переправил на плоту, я даже не знаю куда, на другую сторону, хрен знает, сейчас посмотрим. Вот, всем приятного аппетита, кто кушает, кто будет смотреть это в записи там. Все, всем приятного просмотра. Ну, мы поехали. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Угу. Значит, он рыбак, да? Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я ж рыбак, ага. Кто тут клюет? Бревно! Ну и ёб твою богдушу, а? Ты же ёберный балет! Вовремя ты сказал, конечно. Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручень. Понял. А за какой поручень-то? Вот этот тоннель ведет к площади революции и красной линии. Сегодня, угу. Когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Понял. Скорее всего, попал. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Это что такое? Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в сотку кличем. Ну да, похоже. Это, конечно, жуть. Но мясо просто ум отъешь. Особенно под пиво. Вы их еще и едите? Нормально, нормально. Сейчас, дружище, сейчас. Все, цел. Пора сваливать отсюда. Погнали. Главное, не дай им залезть. Могут перевернуть. Понял. Понял. А вот не... В смысле, эй? Называется, выстрелил. Нафиг, нет, сними. Держусь. Я так не понял, за какой поручень там надо держаться, типа. Ну,
Ух, ё. Здрасте. Тупо минус все. Держусь, держусь. Неплохо. Да вообще жизнь. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. Угу. У подземной Венеции дурная репутация. Почему? Говорят, вся она большой воровской притон. Ага. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Хорошо. Фух, вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Не-не-не, нормально. Ну как тебе местная рыбка? Ну, замечательно. Вообще. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? А может, покормит, а ты не завидуй. Красных, теперь этот. Двое красных? А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Угу. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дед, как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман... Зовут моего спасителя Артём. Здорово, Артём. Здравствуй. Спасибо за подмогу. Да ладно, что ж. Что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в плоть не разорвали. Какая муха их. А, ну так это... По этому самому туннелю красную на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что. Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннеле. Так. А здесь они держатся в рамках. Угу. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Постараюсь. Э, Семён, дело есть. Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им ещё? В борделе. Кстати, окей. Кто это с вами? Это Артём. Гроза креветок. Гроза креветок? В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Вообще, изи, погнали. Опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Ну так что, погнали? Эх, знал бы ты, как они меня достали. Так погнали, разберемся. А. Вроде в движках что-то смыслит. А, Семен. А что там у тебя? Да шут его знает. Вчера еще порядок был. А тут все одно как чахоточный какой. Кашляет, дымит. Может, свечи? Ну давай глянем. Че, может помочь? А что там всего течет? Где? Да вон же, снизу. Да вроде брызги. Ну, я даже не знаю. Но ты покумекай все же. Ну куда же я денусь? А что там снизу течет? Таки, может, блок треснул? Да? Может. Это ж как его надо было бы. Своротило бы все тут. Ну так чё, мужики, чё а делать будем? Перебирал его? Да сто лет уж как. Ну так, ай, ладно. Там у тебя нагар в цилиндрах уже напал. Пойду я. Или воздухан забился. Ля, рыбка какая.
Здорово, мальчик. Тут разделают уже эту креветку. Охренеть. Так, бордель, да, говоришь, красная? Ну, подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. А ты откуда знаешь, мне опасно что тут раков есть? Какого рака? Я раков 100 лет уже не видел. Такого, от которого мама умерла. Я не хочу рака. Такого? Такого не поймаем. Да. У нас теперь дозиметр есть. А что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочь. Дозиметр показывает, много в рыбе радиации или не очень. А раков показывает? Вот если есть такую рыбу, где радиации не очень, то и рак не страшен. Был бы у нас дозиметр, когда мама жива была. А как он знает, рак клюет или рыба? Знаешь, дочка, ты мне всю рыбу своими вопросами распугаешь. Иди вон, с мальчиками пока поиграй. Да, иди давай. Не хочу. Они все дураки. Игры у них дурацкие. Кораблик имеется. Я есть хочу. Ну, клюет пахнет. Нет, дочь, не клюет. Не клюет. Клюет? Нет. Блин, интересно у вас тут. Вроде мелкий такой, доходяга. А как сырник, в натуре волосы на жопе шевелятся. Опа, слышь, они, походу, про черного. А ты не в курсах? Че это там за красноперые подтянулись? А у них с кислым остальными паханами терки реально. Пшел отсюда. Да ладно, чего? Ну-ка, дай пройти. Ходи. А у них с кислым остальными паханами терки реально. Мутить что-то собрались пока. Вали отсюда. О. Пойду я вон там, вон стану, послушаю. Ага, понял. Тушенка. А у них с кислым остальными паханами тёрки. О, тихо. Мутить что-то собрались по кругу. По крупному, говорит. Аля, продолжает. Он в охрану пацанов набирает. Пацанов ганзовский. В охрану набирают. Его уже 3 раза. Ага. Да ну, гоним. Фаши коробки не торгуют. Ну давай ближе к делу, ну. Не, ну гонива же беспонтовая. Фаши, ты бы к стенке отошел, а то встал на проходе. Тихо тут. И бычье они собирают, не просто так. Тушенка, тушенка, свежая. Ну-ка, пошел стрячку, первый чар организовал, да? Сколько есть? А он у тебя чисто в карман насыпал. Так и давай, как есть. Понятно, я думал, что-то интересное будет. Так. Чё, кушка? Угу. Жрачка, жрачка. Что тут у нас? Пузики. Пузики. Так, мне походу туда, да? Подожди, сейчас посмотрим. Ну да. Так, а вот тут у нас чё? Ну что, осмотрелся? А? У меня к тебе серьезный разговор. Так. Давай на чистоту. Давай. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Нет. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Угу. Понял. Хорошо. Погнали тогда.
нажал. Я открою. Тебя же узнать невозможно. Или простить сначала. Да не филин это, ну. Я же сказал, что между нами все кончено. И не смей больше возвращаться. Слышишь? Так, филин. Филин. А интересно, а кто такой филин? Давай-ка в начало вернемся. Вот тут вот. Так, тут нет ничего. Тут вот может быть, не? Нет. Окей. Так, а вот тут? Нет, тоже нет. Окей, погнали дальше. Подожди, дальше. Оружейную. Угу. Он сидит. Так. Тут получается Грас найти. Надо же! Простите, ты что чё, вы не понял? Кана из-за столика ему волыну. Ну мы же тут если уже тут все вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. Тихо, Тоха, куда пош... Не, ну я чё сказал? Кана! Ну сейчас, барахло все своё забери! Сейчас, сейчас! Нет, чё так медленно? Слышь? А чё наглеем? Так, быстро заказ приняли, но... Да нормально всё, Тоха, чё ты? Девок всех распугал! Мясо два раза! И вперва! Братан сказал, бегом! Всё, Тоха, сейчас... Так, давай выпьем. Хорошая штука, правда? Повторить? Слышь? Не-не-не, спасибо, а хватит. А нахрена вам столько патронов? Солите вы их, что ли? А ты глянь разок, как тварь... Ух, как торкнуло, а? ...проберется и поймешь. Надо чё? Ща вам давай. Разве только в хрюсло открыто... Чё, кто там ловит? Так это же чё, попасть надо. Чё? Ну вообще молодца в натуре. Давай тёлок не калечит, ясно? Эй, а деньги? С бугра местного спроси. Опа. Эй, алло, у нас тут ни коммунизм, ни разум. Это ты чё, вообще? Совсем уже? Так, я понял. Братва, есть чисто конкретные волыны. Так, патроны. Патроны. Закупим. Нормально, мне хватит, не волнуйся. Подожди, всего 6 патронов, серьезно? А почему так мало? А, патронов нет. Такие отличные маслята, не пожалею. Блин. Пацанчик, не найдешь, сам наковырял. Бери, недорого. Нифига себе, недорого. Надо кому волыну. Есть реально, все, подходи. Гранаты, пацанчик, это реально сила. Бери, лучший не пожалеешь. Гир в метро. Живые мишени. Высокие ставки. О, погоди. Ну чё, где тир? Если еще что надо, большие. Подожди. Фарма тебе, пацанчик. Что там у тебя? Эй, парень. Да ну, пацаны, ну какой бабос? Не берут же нифига. Ну-ка. Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Угу. Ну давай попробуем. Мишени ждут. Где, чок? Ну чё, кто со мной забьется, что он все мазанет? А хороший, да хоть решили. Да! А если мне попадет, два к одному дашь? Да хоть три, ты чё, он косой же, реально. Ну смотри, забились. Самое свежее мясо. Так. Чё, все, выиграю. Молодец, держи патроны. Может, подымем ставки? Ага. А давай. Прошу на позицию. Кому нагится? Мясо свежее, только что бегало. Покупайте нагетсы. А, ну видишь, попал же. Косой, ну, я дураку везет. Пусть еще попадет. Ведро взлетело, еще попался лучше. Косой, ты че меня подводишь? Все, нормально. Сейчас точно мазанет. Так. Всего
Молодец. Держи патроны. 41. Подымем? Ну давай. Прошу. Можно, в принципе, даже из этого пострелять. Ты чё, обурел? Опять попал. Братва. Вот они. Это уже интересно. Не, ну вообще. Вот это я стрелял. Ну ё-моё. Снайпер, блин. Хорош. Так. Ну ты дал, стрелок. Ну да, давай патроны. Всё? Вот специальный приз. О! Обычно мишени до вечера хватает. Медведь. Гриль простаивать не будет. Так, медведь. А кому можно медведя сбагрить? Девчонки? Подожди. Ну хватит, хватит. Что случилось? Мишка потерялся. Тихо, тихо, тихо. Ну все, все. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся! А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Да ладно. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Как мило, спасибо. Да вообще. Спасибо. Спасибо большое. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Да нормально. Малой, ты ну это что? Не теряй. Пошли домой. А можно я еще здесь поиграю? Хорошо. Блин, ну вот реально, детям тут вообще жесть. Типа. Реально военно для реальных пацанов. Налетай, разбирай. Вот, у меня тут. Так. А че у меня стоит? Такой, да? Давай я вот этот вот возьму. Все-таки не нравится мне этот с ночным зрением. Так, лазер, 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 лазер. А у меня он есть, да? Да. Так, тюнинг. Тут у нас что? Лазер, лазера нету. А зачем мне лазер на пистолет? Вопрос. Хорошо. Тюнинг. Ага. Фигня. Ты же ни о чем. А, так. Давай вот это вот посмотрим. Угу. С лазером, да? Пацаны, надо кому волыну. Есть реально все, подходи. На ближних дистанциях, ага. Хорошо, прицел. Да не, прицел такой оставим. Сейчас в крайнем случае можно это. Нельзя сейчас. Закрыто. Понял. Так, погнали тогда сейчас патроны закупим. Нет, детям тут типа вроде и ну не то чтобы хорошо, да, в этом метро, но блин, они вроде такие счастливые, серьезно. У них нет таких проблем, как у взрослых. Другой чего для реальных пацанов. Пацан, отвечаю. Хорош. Не будет. Маслята, так, продать вот это. Пацанчик, все? Чисто конкретная масля. Все, все, тихо-тихо. Там покупай, больше нечего делать. Если что, я за... Давай еще вот сюда вот сходим, посмотрим. Что у нас тут? А, тут бар, все. Понял. А тут? О! По балде себя постучи. Слышь? Делать нечего, стучать тут. Есть чисто конкретные волыны. Ну, открывай. Ты за товаром? Завтра приходи. Пацаны обещали привезти. Какой товар? Большие скидки. Самое свежее мясо. Погубайте. Блин, слушай, что-то был какой-то разговор про товар же, нет? Про грибы, что ли, говорили? Ай, ладно, погнали дальше по заданию, по основному. Ну что? Ребятки. Ууу, блин. Пауки. А, ненавижу пауков. Фу. На самом деле, слышал, есть такой факт, то, что можно завести
Короче, не то чтобы паука, но типа если у тебя арахнофобия, да, или что-то, вот боязнь живого какого-то существа, типа можно завести себе домой, и типа ты переборешь этот страх. Не знаю, как-то стрёмно не заводить дома паука, но, блин, арахнофобия — это такое себе. Пора и честь знать. Ага. Значит так, сейчас рассчитываемся с Кислым, и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Контейнер с вирусом. Эй, красавчик. Двинули дальше, дело не ждёт. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Спокойно. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ой-ой-ой, слушай, а... Ну как бы... Что тебе станцевать, сладенький? Ничего. Слушай, а за это бан как бы не дадут? +18 да-да-да-да-да. Я вот тоже это увидел. Как бы за это бан-то не дадут? Вопросик вот такой вот. И это все? Ты это, тихо. Не, ну ладно, давай станцуем. Если надумаешь вернуться, я всегда блин. Рядом. Давай, давай вот так тут будем говорить с ней. Что? На. Денег нет? Не переживай, обменник тут рядом. Сходи пока, обменяй патроны. А я подожду. Давай, красавчик, нет времени. Вот, блин. О, давай, давай! Так, значит... Все, подходи. Специальные цены на меню. Так, а все, да, тут пропали эти мужики. Подожди, в любом что-то есть. Ага, поехали дальше. Ой, блин, надеюсь, за это бан не славлю, а? Так, один. Подожди. Опа. Подожди. Блин, а у меня вообще нигде сейчас нету этого ночного зрения. Ё-моё. Так, один. Никого. Так, а как он пойдет тут? Ага, этот к двери пошел. А этот вот уже к этой. Блин, спали жену. Спокойно. Ничего. Так, подожди, чё по оружию? Эля какой? Блин, слушай. Но он у него громкий, блин, будет. А если бан дадут? Ну, если бан дадут, значит, буду просто проходить дальше. Без стримов, без записи, просто буду дальше проходить. Как бы... Отдохните немного от меня. Так, один есть. Как минимум. У-у-у-у, слушай, опасно. А ну чё там, чё там? Ничего, 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 ничего. Походу, ничего. Показалось, дружище. Не, походу, глюки. Да, 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 да. Так, никого. Свет бы сейчас тут. Выключить. Спокойно. Так, сзади. Тут лучше обойти, мне кажется. Спокойно. Так. Дробовичок. Не очень. Так, один. Блин, они поставили этих охранников, типа, вот хрен пойми. Один там или двое. Так, вон еще один. Один же. Раз, два, по-моему.
Подожди, раз, два, да. Тут один. Видал того в шлеме? О! Он крайнего раза чемоданчик протаратил. Кислый еще потом чемоданчик... Бревно? Сказал, в смысле? Агитация там типа, все такое. Только в смысле бревно? Чих там. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? На чемодан с бумажками замок вешает. Так это ж. Знать бы. Так. Интересненько. Опять схром... Еще одна схрона. Раз. Патронов максимум. Тихо. Угу. Нуля. Ты же уже по... Поплавал на плоте? Ну да, вот. Только что типа, была миссия. Точнее, вчера была миссия, где я переплывал. Вот это следующая миссия. Так, тихо, он сюда идет. Так, значит, смотри. Сундук с... Чем? С бумажками, да, какой-то там был вроде? Сундук с бумажками. Сундук с бумажками, сундук с бумажками. Там должен быть какой-то схрон. Ну-ка. Мне прям интересно. Может, конечно, он не тут? Чуть дальше там? Но все равно как бы, чтоб потом много всего не осматривать. Опа. Так, здравствуйте. Блин. По максимуму уже все. Ну да. Вот ты о чем, я думал. Ладно. Да, он там кричал бревно. Так, аптечки, блин, максимум. Ага. Слушай, походу дальше будет этот сундук с бумагами или с чем он там говорил. Видимо, да. Все? Ну да. Ладно, поехали дальше тогда. Свет выключаем. Да хорош там ржать, алё. Так, там двое. Ах ты, падла! Спалили. Не спалили, подожди. Ребята, вам показалось? Ну не надо. Братаны, тут блин, ну я пытался. Надо было как-то лампу выключать, чтобы не спалили. Потом уже вырубать. Ну ладно. Тихо. Не знаю, стелс у меня как-то вообще не получается тут сделать. Вообще куда-то делся. Ох ж этот сучонок, а. Спокойно. Не знаю, кого вы там, но... Не сейчас. Так, вон там он один. Видишь? Вон там он. Там. Короче, братаны, надо искать ложка этого. Ага. Спокойно, спокойно. Там ничего нет. Блин, все. Спалили полностью. Не ожидал то, что он слева обойдет. Сказал, пробежит. Угу. Аля, грибочки тут выращивают. Подожди-ка, такой себе ствол. А, такой себе ствол, слишком шумный. Опа. А вот это интересно. С рукояткой, с прицелом, как у меня.
Глушак какой-то у нее непонятный. Я тут решил прочитать серию книг «Метро» сейчас только на 2033. А, хорош. Я тоже как-то не читал, но, блин, надо было. Да. Блин, а вот, кстати... Слушай, а вот это, мне кажется, даже будет получше, чем мой. Ну-ка, сейчас, чисто по звуку. Угу. Не, вот это, слушай, даже получше будет. Блин, чё, его взять? Чатик, чё думаем? Его брать? Или с этим дальше? Меняем или нет? Ладно, давай тогда дальше пойду, если чё сейчас. Ещё успею поменять. Ничего интересного. Оставь свой, а я иду спать. Ну ладно. Давай, Лацен, спокойной ночи. Ой, подожди, Лацента. Ланивит. Что-то я... понятно все. Лацента. Вообще. Взял, перепутал. А, в школе на переменах читаю «Метро». Тоже в свое время читал в школе книги. Потом как-то забил. Так. Все-таки где этот ящик, интересно? Про который они говорили. Не хотелось бы терять хорошее оружие. Типа раз дают, то почему бы и нет. Тут нет ничего. Тут уже ничего. Так вообще надо фонарик еще подкачать. Ладно, пофиг, поехали. Даже, наверное, вот так. Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить... Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки! Артём? Ах ты, сука! Ушел, гад! Блин, ну зачем же ты, мужик? Чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допёр? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. Угу. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Так, болото, ну, в принципе, ладно. Чего мы тут только не видели? За ящиками? Или где? Ну-ка. О, креветки сейчас будут. Креветки уже были. Так чё-то я спать так и не пошел. Ну, бывает. Надевай. Это тебе мой презент. Обычно так и происходит. Метро не отпускает. Я тебе так скажу. Так, ну спасибо, мужик. Поехали.
Креветки уже были, мы с ними стрелялись, взрывали. Если мне повезет, то на ванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Угу. Я вот единственное, что сейчас не могу понять, типа, почему, когда вот этот мужик ворвался, почему Артем не выстрелил. Он, типа, мог спокойному в ногу, там, я не знаю, куда-нибудь выстрелить, типа, и он хрен бы убежал. Ну, тут будет босс креветка Кикимора, ну нафига спойлерить-то? Вот оно, болото. Как бы спасибо, да. База на другом берегу, в церкви, отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой, надо будет заправить. За горючим придется сходить, в самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом, удачи, Артем. Теперь неинтересно, вот я про то же сокро, я полностью с тобой согласен. Я просто, не знаю, в ближайшее время в этом чатике напишу то, что за спойлеры также будет бан. Это все. Блин, нам бы противогаз на самом деле поменять. Спокойно. Так, в воду не соваться, да? Хорошо. Угу. Нет, не пишу там. Так, значит. Угу. Опа, а вот противогаз. Замечательно. Ой, хорошо-то как. Еще и мина. И фильтра. Супер, слушай. Так, я так понимаю, мне надо идти по красным флажкам, правильно? Буду надеяться. Ну, типа, знаешь, как помечают, куда можно вставать, куда нет. По какой траектории идти. Ебаны, да. Ну, типа, реально, я не вижу смысла приходить и спойлерить. Не знаю. Ты портишь и другим атмосферу, типа, и стримеров. Ну, такое себе дело, как по мне. Твою мать! Сука. Вроде увидел, но не понял, типа, чё да как. Ага, я понял. Я понял тебя. Стой, 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 стой. Подожди, а где калаш? Ёб твою богу душу, я калаш выбросил. Ой, ой, не повезло, слушай. Блин, слушай, а что мне делать теперь? Я без калаша вообще никуда. Подожди, 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 подожди. О, господи. Главное, не ешь желтый снег. И окупаться. Он меня всегда в воду кидал. Ну вот. Ко мне он более добрый. Так, креветка. Ой, слушай, что мне теперь делать-то? Говорю, без клаша это вообще ни о чем. Без клаша я далеко не уйду. Так, растяжечка. Ага. Отлично. Супер. Опа! А, ну блин, она такая уже есть у нас. Подождите. Так, это получается револьверчик, да, вот который новый. Значит, которого я и спрашивал, типа, брать или не брать. Эдисон. Чё? В смысле? Не понял. А можно? А патроны можно взять? М-м-м-м-м.
Блин. Ну давай в будку, хорошо. Там ничего у нас нету. Ой. Господи ты мой. Спасибо тебе, дорогой мой. Так. Блин. А теперь я даже хрен знает, минус, вместо чего брать. Типа вместо револьвера или вместо вот этой вот пуколки, которая меня, в принципе, все время спасала. Без калаша еще веселее, а это вентиль, если я не ошибаюсь. Какой вентиль? Ты о чем? Так, подожди. Винтовка Мосина. В принципе, сейчас местность открытая. Ладно, пофиг. Давай тогда с Ревой побегаем. Посмотрим. Вентиль вот этот ты имеешь в виду или... Спокойно. Так. О, ходит. По пузу, по пузу. Слышь? Алло, Василий. А вы не офигели ли? Эй. Эй, Алёша. Ну-ка, лапки раздвинул. Алло, сейвиц идет, прикинь. В воду не наступает. Спокойно. Нам неприятности не нужны. Так, подожди, а сколько у меня там патрон на него? Он тут, кстати, тоже надо перезарядиться его. Угу. Все. Спокойно. Лежать бояться. Угу. Еще один. Я понял. Да хорош, там не надо. Угу. Хорошо. Йо, смотри, сколько тут трупов. Ой-о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 й
Тут не говоришь, что тут еще и пауки будут. Нет. Вот их не надо. Еще один. А. Все. Это не креветочки. Так, подожди. Это нормальный. Нормально, нормально. Тут... Подожди. Тут наверху какая-то... Херня была. Во-во-во. Качается. Ты чё, с... А, 2033-го была. Они... Так, и чё они тут охраняют? Бензин? Серьезно? Подожди, а нафиг на бензин? Может, я тупой или что-то не понимаю? Хрен знает. Так, новая заметка. Окей. Угу. Угу. Так, а куда нам нужно вообще? Туда, по прямой. А, что тебе пауки сделали? То, что они
Тебе противно? Да ничего они мне не сделали, у меня просто арахнофобия. Паучки Ван Лав, ты явно прослушал момент с топливом. Ну как бы да, что-то я реально не это... Опа. Нормально. Так. Не знаю, есть ли вон туда он смысл идти. И вообще, сможем ли мы туда пройти? Так, ладно. Как бы, если мне туда, значит, поехали туда. Стоять. Еще одна мина. Отлично. Так что там было про топливо? Что-то как-то, да, продуплил. Акстись, демонюга. Да отстаньте, я говорю, ну. Вот же юморист, а. Да хорош. Сука, в воду бросил. Так, а вот теперь куда? И где я вообще? Ну, оно тебе нужно. Ну, блин, ну классно, типа. А поподробнее можно? Ух ты, ёп! Тихо. Через панцирь не пробить. Тихо, 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 тихо. Тихо, девочки, тихо. Вот же. Гада. Спокойно. Минус. Так, подожди, что ты? Это они меня так заплевывают? Серьезно? Я в шоке. Подожди. Не вовремя вообще. Блин, походу мне мосин надо будет брать вместо револьвера. Потому что на револьвер и патронов нет. Чё такой шустрый-то? Хватит тебя. Это винтень, а не мосинка? Ну окей. Еще один. Блин, а по панцирю-то я нафига выстрелил? Ой, дурачок. Так. Винтель, а не мосинка. Угу. Блин, и в этом почти нет патрона. Ёп. Как так-то, а? Слышь, дурачок. Ползет он тут. Смотри на него. О, вылез. В смысле не убил? Эй. Ты дурачок или что? Кыш тебе говорят. Угу. Ну-ка, кыш. Иди сдох. Так, хорошо. Чё, куда нам нужно? Ты про босса не забывай. Да я, блин, мне бы дойти до него сначала. Про босса, блин. У меня и так патронов нет. Чё-то туманчик. Странно. О, плывет, плывет.
Гадина. Ты хоть, я не знаю, звук какой-то издавай. Дурень. Хорош, слышь. Эй. Реально патронов на них не хватит. Таким темпом нет. Не, про патроны на вентиль. Поискать, мне босика надо будет с него убивать. Так, стоп, не сюда. Блин, мне надо как-то обойти это все. Ну, давай сюда, ладно, как раньше. Еще и ночь. Спокойно, 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 спокойно. Опять сюда же. Все, дурачок. Да блин. Их тут еще и несколько. Твою богу душу. Ой, как тяжело. Так, ну раз ты говоришь, что это вентиль, окей. Как бы, и фильтров-то у меня немного. Не помню, насколько даже у меня осталось. 4 минуты. Попал? По идее, должен был. Ой, короче, иди ты нахрен, а. Не надо, не надо, не надо. Спокойно. Все. Хорош. Засейвились. Так. А ну кыш. Хочешь сказать, это и есть босс? А может не надо? Хорош там ломать, слышь, ей. Дурачок. Так, еще одна хрень. Подожди. Все, свалил. Понял. Понял, принял. Обнял, поцеловал. Угу. Нет. Нет. Да хорош, блин. Говорю, карту достань, алло. Вот. Вот по 200 раз, блин, повторять надо все. Так, 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 так. Так, ну допустим, мне куда-то сюда нужно. А, вот для чего мне топливо, понял. Так, замечательно. Не замечательно. Сейчас вся хрень, блин, эта ночная вылезет. Ой, да вы серьезно? Хрена за ними не вижу. За этими ихними плевками. Ну давай. Да в смысле, эй, открылся же. О.
Отлично. Еще раз. Все? Да. Еще один ползет. Опять панцирник? Ну, естественно. Стой, сука. Ай. Гадина. Так, плевака. Ну давай. Все? Все. Нормально. Так, что там? Ух ты, ёб твою мать! Пошел к черту, слышь? Иди нафиг. Изизи. О, о, правильно, бей его. Хорош. Тихо там. Так, все. Успокоились. Погнали дальше. Опять заглох. А, все, нормально, плот приплыл. Тогда без всяких скримеров, а? Блин, помню, как прошел остатник плохую концовку и тот же день переиграл на хорошую. Припрошел на хорошую. По болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Как быстро. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Да я охренел, блин. Но по факту мы с боссом не сражались. По факту его убили. Так, 9 патронов всего. Противогаз. Замечательно. А ну кыш, слышь. Сука, мелкие. Да, сейчас везде надо ходить, осматриваться. Угу. Так, вроде ничего, да? Интересного. Ну хорошо. Так. Это что такое? Подожди, а что это за крик был? Странно, вроде ничего нету. Опа! Аля, свои. Так, а можно? Можно. Блин, на самом деле, я бы, была бы такая возможность, я бы сейчас ночь переждал бы. Иди. Я понял, куда идти, ага. О, ПНВ. Ждем, ждут в церкви. Понял, понял. Так, Аня, это у нас это... снайпер, который нам дали в помощь в самом начале. Так, слушай, а вниз можно спрыгнуть? Можно. Только, походу, зря я это сделал, да? Посмотри, какая тут радиация, охренеть. Твою мать.
Да, радиацию я, конечно, там хорошую подхватил. О! Идет. Чудик, так, а где у нас церковь? Ух, ёб твою богдушу. Слушай. А успею я? Ну, поехали. Попробуем. ПНВшку. Ну ладно, давай. А, то есть тут... По-любому ночью надо будет... Было бы передвигаться. В любом случае. Угу. Да в смысле, только что же менял? Только что же фильтр менял, нет? А у меня фильтров больше нет. Замечательно. Просто бегом нахрен к церкви. Не знаю как и зачем, но просто бегом к церкви. Потому что фильтров у меня больше нету вообще. Так. Прости, дружок, но как-нибудь другой раз. Врубай режим спидранера. Я вот это сейчас и делаю. Тихо. Не надо. Сука. Угу. Так. Это был босс? Подожди. Фильтр на минуту еще есть. Хорошо. Так. Куда? Вон туда, вон. Так, а церковь? Не вижу церкви. Ладно. Вовремя. Ё-моё, ну фонарик, ну... Все, погнали. Пофиг. Главное пробежать. Прибежал. На свою голову, блин, приключения искать. Отлично. Так, куда? Дальше. Слушай, может тут будут? Нету. Блин. Ребята, дайте, пожалуйста, этот, фильтра. Фильтра. О! Я вас тоже. Это жесть, это ГГ. Все, у меня больше нет фильтров. Пацаны, дайте фильтр, сука. Это все, это смерть. Я тут не выживу. Да, я тупо задыхаюсь. Так. Что делать? Подожди, давай я вот тут вот сниму. Нормально, он так пропал. Я тут пока сниму, чтобы, если что, он был. Сейчас, если найдем. Твою мать! Не увидел. Есть. Отлично, еще один есть. Калаш есть. Супер. Калаш на... Так. Взамен на... Сука. Меняем. Пофиг. Калаш сейчас нужнее.
Вообще пофиг. Так, тогда внутрь можно? Можно, если осторожно. Фильтры, фильтры, фильтры. Просто нужны фильтры. Нету фильтров. Класс. Все, побежали тогда. А нахрен я тут спрыгнул? Гениально. Да-да-да, пацаны, бегу. Угу. Нормально, нормально, живем. У-ху-ху-ху-ху-ху. Здрасте. Ух, ёб твою мать. Беги. Подожди. На берег пошла, ребята, подожди. Тишки, не надо. Так, подожди, а как? Как менять эти? А, вот. Твою мать, не вовремя. Давай, уйди. Давай. Не надо. Ты вовремя, блин. Давай, закидывай. Все. Это ГГ. Да. Задержи клавишу перезарядки. Зачем? Весело. Ну, блин. Было бы веселее, если были фильтры. А так вот как-то вообще не весело. Подожди, нахрен. Снимаем противогаз. Так. Где он тут был? Угу. Да. Пофиг. Так, все, спокойно. Я, блин, начинаю торопиться, и все, это жесть начинается. Так, это снимаем, включаем свет. Ну, а разрезать, не? Я понял. Подыши пока так. Прости, Тём, пока не могу. Так, патроны. Калаш. Вместо, да. Одеваем. Пусть немного подышит и снимаем. Блин. Так, все сняли? Да. Отлично. Есть еще. Супер. Маска плюс. Угу, я себя тоже вижу. Не сдыхайся, не надо. Давай. Сейчас, короче, все это время на вот бой с боссом потратим. То мы пока добежим, пока еще что-то. Это все время тратится. Артём, огонь по большому. Понял. Понял, по большому. Подожди. Блин. Да беги, ну чё, ну что ты делаешь-то? Давай. Так. На берег пошла, ребята, поддержите. Первый, сзади. Снимем. Чтоб, если что, потом еще было. Стреляю. Справа от тебя. Еще
Так, подожди. Меняем на обычные. Сюда! Огня! Первый! Внимательнее! Снимаем. Перезарядка. Есть. Готов. Отлично. Отлично. Все? Да. Супер. Кого? Кого добиваем? Изи. Я говорю, просто не хватало типа этих фильтров. Все, мужики, погнали. Сейчас помру, нет. Ползет, ползет. Кто там говорил, Изи? Сука, самая тупая смерть. Все, фильтров больше тут нет. Ну благо хоть по новому проходить не пришлось. Все, давайте доставать. Давай, 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 давай. Все. Ты просто супермен. Спасибо, мужики. Засейвили. Эй, заходи. Рад видеть. Давай, эй. Чекать. Там безопасно. Невидимая текстурка. Заходи. Чего зря фильтры тратить? О, вот правильно ты говоришь. Зря фильтры нельзя тратить. Оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, прости. Почти. Да, нормально. Ну все, нормально. Хилимся, живем и погнали дальше. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Злюку? В том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно. А, точно, она же кроликом, да, меня называла вроде. Злюка Аня. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Так естественно. Просто он сразу понял, а я не сразу. Вот. И из-за меня ты чуть не погиб. Вот, понимаешь, а сейчас поняла, да? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Окей. Ой, блин, вообще жесть. Ух ж эти фильтры, блин. Сейчас бы фильтров не хватало больше, чем патрон. Так, тут нет ничего. Не-не-не, не надо. Mm-mm. Потому что потом повтор идет на YouTube. А мне и так может и 17+ прилететь, поэтому не, хорош. Усюка. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Блин, а я все патроны потратил, слушай. Ну что там? Сообщили, что вы... Я все патроны на калаше потратил, да? Бери, отлично. Ой, блин. Слушай. Хороший калибр против мутантов. Блин, а? А что там в эфире нового? И что теперь делать? Подожди, а у меня же есть патроны. Но качественные. Автоматные патроны, а почему он его не использовал? Настроился на Питер. Отлично. Они, между прочим, про нас знают. Что-то я не понял, подожди. Подожди, подожди, подожди. Если там патроны надо, или что еще? А почему он не использовал эти патроны? Чего посвежее расскажи? Так что Лондон там выжил, или даже Нью-Йорк? Мещает недельную... А, зарплата рейнджера, так. Магазин от ручного пулемета позволяет вести огонь из автомата дольше обычного, не отвлекаясь на перезарядку. Пока оборону, ага. Завидую тебе, Саня, складно ага. Врешь. Тебе надо было в большой устроиться. Личный магазин. А, скорбной, почему он эти патроны не использует? А ты, Шекспир, понимаешь, устарел. Так ты нажми кнопку перезарядки для того, чтобы поменять пули. А еще ты, блин, бегал, стрелял. Блин, это получается, я вообще там до хрена патрон потратил. Точнее, даже не патрон, а денег. Ой-ой-ой-ой, блин. Проблема. Что делать теперь? Вот блин, а?
Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Армейскими патронами стрелял. Да я охренел, блин. Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! Ага. А ну-ка проверь! Что-то я сомневаюсь, что это наша. Застава! Старый пароль! Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Утюка! Гад, а? Предатель! Ого! Приз-сюрприз! Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой! Все, живо! Уходим! Блин, охренеть, сколько я подаю это... Денег потратил. Вот. Блин, а. Ай, проблема, проблема. Слушай, сколько сейчас время? Давай, наверное, эту последнюю миссию. Вот, и закончим тогда. Уже на этом. Это красные предатели. Переоделись в наших. Ты же не прослушал про большую мамку? Да нет. Ушли. В подвале вход. Катакомбы. Ведут на Октябрьскую. Они туда ушли. Гиблое место. Так, фонарик у нас почти сдох, поднакачаем сейчас. Так, слушай, ну-ка, с глушаком? Нет, но с ПНВшкой. Угу. А давай с ним. Калаш хорош, но, блин. С прицелом мне как-то... Прицел мне как-то нужнее будет. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Это что такое? А, то есть свет тут не включается. И ПНВшка не включается. Замечательно. Тупо с зажигалкой. Да, включить свет. Подожди, а ПНВшка тут будет работать? О, ПНВшка работает. Слава тебе, Господи. Даже тебя нет. У, сука. Так это следующий босс, не бей. Ты, ну, вот, вот нахрена? Скажи мне, пожалуйста. Нахрена ты пришел в этот... Спойлерить. Я не знаю, какой-то кайф тебе это приносит или что. Это серьезно говорю, я больше предупреждать не буду. Просто, типа, на следующий спойлер будет бан и все. Че, мне по 10 раз повторить, что ли? Теперь точно бан. Но он близок к этому.
Пускай я не пытался включить сейчас фонарик. А, во, все, фонарик можно включить. Я понял. Дырочки там, что ли? Так. Угу. Нормально. Ой, блин, там тело лежало, я его не осмотрел, что-то. Ой, дурак. Там вон гранатка лежит. Ну ладно. А ты что такое живучий-то? Хрена, вас что-то слишком крепко. Ребятки. Нахрен пошел. Тактику легкой победы ты можешь рассказывать кому-то другому. Понимаешь, я тебе еще раз говорю, ты портишь тем самым атмосферу от игры. Жрет уже. Неугомонные. Так, ножи, патроны, дробовик, фигня. Ага. Замечательно. Чудо. Сейчас попробуем по ним не стрелять, чтобы много патронов не тратить. Может, пробегут. Отлично. О, видал? Хорошие действия. Спокойно. Подожди, нам вообще сюда? Ага, в другую сторону. Отлично. А опять? Ладно. Блин, не нравится мне даже слишком большое открытое пространство. Но никого нет. Где? Кресты. Нормально тут под храмом.
Они развлекались. Спокойно, спокойно. Опа. Душа. Ой-ой-ой, здравствуй. А вот это мне уже нравится. Громкий. А, подожди. Подожди, стоп. А нет, нормальный. Угу. С глушаком он. Хорошо. Угу. Отлично. Значит, плюс фильтром. Патроны. Фига себе, там обвал. Вам там нормально? Ну, в целом. Конечно, ни на что я не намекаю. Так, обратно включился. Живучая. Так, хорошо. Давай дальше. Подожди. Патроны, оружие, фигня. Я все, блин, надеюсь нормальный калаш найти. Ага, в другую сторону. Так. Сука, и калаш унес, а? Вот падаль. Гад. Верни калаш. Сука. Ну блин. Ну верни калаш, гад. Ай, ладно. Бойся большую мамку. Вообще ни капельки. Нормально у нее там такая отрыжка. Неплохая. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, я понял. Все-все-все, ребят. Хорош, я понял. Они такие озверелые-то. Ни хера не видно. Подожди, они еще и невидимые. Все, успокоились. Девочки. Угу. Так, еще. Угомонись уже, Алёша. Охренеть, блин, 30 патронов никуда. Окей, ага. Ну-ка, ага, тут не видно ни хрена так. Я понял.
Подожди. В смысле? А мне не сюда? Вот же, нет? Ай, наверх еще надо посмотреть. Я понял. Так. Ага. Спокойствие. Только спокойствие. Тут кричит. Допустим. Не вижу. Это эти гады меня видят. Ой, как вкусно. Это я зря сделал. А, то есть они оглушают, я понял. Окей. Хорош там. Их. Фига, там новые какие-то. У меня уже 3 часа ночи. Но у меня сейчас 12 с чем-то. Так. Здесь патрон всего. Так, это, подожди, это у нас что? Это у нас дробовик. Без глушителя, да? Так, потрошки. Угу. Дробовик без глушителя. Ну, такое. Угу. Интересного. Тут у нас что? Так, хорошо, погнали наверх. Ух, сука. Типа спать? Иди. Я же себе не держу. Так, все закончилось же, не? Чё, музыка напряженно играет? Типа, я же убил всех. А, ну понятно. Ой, понятно. Ой, понятно. Спокойно. Да успокойся.
Оружие перегрелось. Все, нормально. Ух, все эти приключения добром не закончатся. Так, солдафоны. Опять дробовик. Ага, 5 этих максимум. Ножички давай возьмем. Замечательно. Подожди. Правильно, сюда. Угу, угу. Так, а как-то... Стоп, подожди. О, рубильник. Нормально. А может не надо? А, они меня еще и зажали. Классно. Да хорош, отстаньте, слышь. Тупые, что ли? Твою мать, еще и сзади. Опять перегрелся. Твою мать. Орёт, орёт там. Надо, не лапси, надо. Не хочу. Так, подожди. Я как-то это просмотрел. Угу. Думал, что может где зажечь. Но нет. Ну, поехали наверх. Так. Угу. Это так. Вообще ни одного патрона. Обидно. Одна минута в этом фильтре всего. Да и патрон мало. Вот тут вот неплохо. Так, здрасте. Не, подожди, свет включи. Эй. Во. Я думаю, может дробовик взять. Дробовик взять. Что-то патрон как-то много, что ли. Ладно. Здрасте. Это, походу, и есть, да, большая мамана это? Только большая, но и тяжелая. Тихо. Где они? Она своим весом могут, может эти столбы сшибать же, не? Мне кажется. Во-во-во, смотри, ломает. Второй столб сломала, молодец.
Какая ты умничка. Да вот не надо на меня бежать только. Не надо. Да блин, раз говорю, не надо. Промазал. По пузу. Тихо. По жопе. В лапу. А, ну все, она все сломала. Так, значит, моя теория неверна. А, нет, смотри-ка, убежала. Убежала. Значит, теория была неплоха. Так, сжечь паутину нахрен. Угу. Ой, там еще и отпуски подбежали. Ну ёб твою богодушину. Тихо, мама, не тихо. Зачем вам это? Правильно? Вам это не надо, и мне не надо. Ой, а у меня больше нет их. А это плохо. По щам. Да господи, ну отпрыгни. Давай. А. Сучка зажала. Тихо, тихо, тихо. Большая мама. Изи. Лёль. Даже не почувствовал. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошая эта музыка. Там, по-моему, дыра была. Там было можно выбраться. А, нет, смотри, внизу. Сейчас водоворот закрутим. Угу. Хорош. Ай. Окей. А, ну... ведут на Октябрьскую. Окей. Там находится черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Давай тогда на этом закончим сегодняшний стрим. Вот. Как бы да, всем спасибо, кто приходил. Вот. Всем спасибо, кто общался в чатике. А, кто будет смотреть это на Ютубе, повторяю. Ставьте лайки, если понравилось. Комментируйте, подписывайтесь. Ну а с вами был Нелапс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.